Система удаленного контроля работы локомотивов презентовали в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники. Новая технология позволяет повысить эффективность использования железнодорожного транспорта и существенно сократить себестоимость перевозок до 20%. Работа двигателя, расход топлива, местоположение железнодорожного состава. Всего система способна считывать данные по 23 параметрам. Кроме того, мониторинг позволяет диспетчеру фиксировать предаварийные ситуации и оперативно реагировать на них. Белорусскую разработку уже используют в Латвии. Специалисты белорусской железной дороги неоднократно знакомились с нашей разработкой, проявляют большой интерес. На Витебской дороге были проведены опытные эксплуатации локомотива с нашей системой. Сейчас такой же интерес испытывают представители других депо. Я думаю, что этот процесс будет продолжаться и завершиться признанием системы. Показатели в университете и другие разработки, позволяющие экономить время и деньги. Например, это позволяет дистанционно контролировать состояние трубопроводов и предупреждать о возможных аварийных ситуациях. Активно используют во многих сельскохозяйственных и транспортных предприятиях систему контроля автотранспорта. Она полностью исключает применение техники не по назначению.